Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, друзья, братья и сестры. Всех приветствую вас, благословляю с Киева, с каплицы Иосифа Прекрасного. И здесь настоятелем отец Сергий Фомин, мой друг, мы общаемся. И замечательно, что Господь действительно собирает верующих с разных конфессий, разных деноминаций, разных течений, направлений, но самое главное – с Иисусом Христом в сердце, с верой, надеждой и любовью. И Господь да благословит всех вас, друзья. Отец Сергий, он героический священник и трудился и трудится в разных регионах и даже странах уже, слава Богу, вот сейчас готовится к поездке, вместе с матушкой он готовится к поездке, значит, в Польшу. Вот, и имел честь тоже и общаться вместе с этой семьей. Вот, и отец Сергий был у нас на Клубской, тоже делился словом, таким зажигательным словом Божьим, слава Господу. Вот, так что служение здесь проводится регулярно, да, у нас. Да. Вы проводите здесь по воскресеньям. По воскресеньям, и когда у людей большая нужда, мы всегда двери открываем, они приезжают, заказывают индивидуальные молебны. И когда грозит опасность для города, для страны или для чьей-то жизни, мы всегда служим здесь. Призывает меня Господь. Пусть Господь благословит вас, братья и сестры, ибо без Бога нам нельзя. И да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в Украине, в России и по всей земле. Аминь. Да, слава Богу. Пусть Господь благословит всех вас, дорогие друзья. И здесь, в Украине, действительно, сейчас в Киеве, здесь на берегах Днепра, вот этот центр пробуждения духовного народов. И пусть Господь благословит всех вас. Молитесь о Киеве, молитесь об Украине. Вот, пусть Господь благословит и хранит всех вас. Мир всем вам.